Рака! Рака! Это не я, блядь! На пол! На пол руки за спину! Пограничным управлением ФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении гражданина Российской Федерации Абдулмаджидова. Установлено, что на протяжении длительного времени Абдулмаджидов, используя подконтрольные ему рыбопромысловые предприятия, осуществлял незаконную добычу водных биологических ресурсов в особо крупном размере, ущерб которым, по предварительным данным, составил более 340 миллионов рублей. Ранее в интересах рыбодобывающих предприятий Абдулмаджидова и его связями предпринималась попытка дачи взятки в особо крупном размере сотруднику пограничного органа. В настоящее время, по данным фактам пограничного управления при содействии управления собственной безопасности ФСБ России, ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.